Смотри, какой милый. Я не могу, какой смешной кот. Какие смешные брови. Я таких бровей не видела. Красиво сидит. Кто лапу красиво так делает? Хвост чей? Мой? Или твой? Не дали коту поспать, да? Так ты сам сказал не давать. Ну я же не говорил, что надо меня слушать. Зевнет, нет? О. Приветики. Давай сюда ее. Охота ведешь? Не, я не буду, спасибо. Он, знаешь, как пьяненький немножко еще. Ходить не умеет, просто еще нормально. Пушку я ходить не умею. Настя, это Том-Ям? Да. Такое название Том-Ям. Он не на игры, он хотел помыться. Это суета. Пойдем. Я так, чтобы он морду сюда пострел. И штук, наверное, 50 с одной собаки собрал, прикинь. Вот так папа твой говорит, в коробку что, прям вот так папа складывал. Твой говорит, что он Ваську гладит летом, он весь в клещах. Типа они потом отпадают. Я такая говорю, да быть не может. Он говорит, я тебе реально говорю, что Васька типа весь в клещах. Он же его не, ну, не капает, не прививает никак. Чисто пофиг на кота. Он даже... Васька одно время вообще почти слепой был. Если бы мы не сказали бы, он бы не стал бы его прокапывать. Все, игривый стал, выспался. Да. Теперь вечер веселья. Видите, у вас теперь какое развлечение. Но он пока игривый, пока маленький, потом он взрослый котом будет лежать, ты типа чё? Отвалить. У меня Пусовский, знаешь, как у мамы хату разносит? Да. У меня Пус до сих пор как бешеный. Она говорит, мама, где я тут пришла с работы? Ну это вообще как бы редкость. Обычно коты вырастают, они такие. Потом через год посмотрим, будет такая-то. На YouTube загрузим. Забываются быстро котята. Потом будет взрослая кошка.
Быстро растут котята, да? Конечно, она уже через полгода будет взрослой. Почему ты такой смешной? Почему ты такой смешной? Я просто это... взяла выходные, и мне... я хотела второго там пойти где-нибудь, знаешь, у меня выходные когда. Короче, капец. Ты думаешь, что это от удара? Короче, пиздец. У меня, походу, ногтю пизда.